Коллеги, добрый день. Сегодня 29 апреля. Я нахожусь в агроцентре Самара. В это время уже многие выехали сеять ячмень. Но мы знаем, для получения дружных, здоровых всходов необходимы благоприятные климатические условия. Одним из важнейших таких условий является температура почвы. Температуру почвы мы меряем вот таким вот электронным термометром со щупом. Желательно использовать именно электронные термометры со щупом, чтобы исключить возможность попадания солнечной радиации и тепловой радиации от поля. Для измерения температуры мы очищаем площадку, достаем щуп, вставляем его на глубину посева, то есть на 5 сантиметров, и включаем. Ждем, пока значение не остановится. Друзья, важно температуру почвы измерять не только в дневные часы, но и рано утром, потому что днем почва очень сильно и быстро нагревается, а ночью с такой же скоростью она очень быстро остывает. Ячмень высевают при температуре почвы на уровне заделки семян выше плюс 5 градусов. Это важно, поэтому и нужно мерить не только днем, но и утром. Сейчас в данный момент у нас температура остановилась на уровне значения 8,4 градуса. Оптимальная средняя температура при посеве ячменя – это 10-12 градусов. Сейчас, если утром минимальная 8,3, то есть днем будет около 15 градусов почвы. То есть при такой температуре ячмень можно высевать. Подписывайтесь на наш канал ВКонтакте и Телеграм. Всем пока!